Я просто ведь все ломаю голову, почему вот по поводу вашего режиссерского опыта с «Потомком». То есть спектакль ведь получил, как мне казалось, достаточно хорошую прессу. То есть отзывы были о том, что вы там состоялись как режиссер. И раз, вы купируете абсолютно в этом направлении любую деятельность. Это не было результатом каких-то отзывов, какой-то критики, это какое-то ваше собственное решение? Нет, это наоборот, это моя внутренняя, абсолютно такая бескомпромиссный внутренний диалог с самим собой. Я же ведь как это, мы же все про себя знаем. Я прекрасно знаю, как там, мне удалось там, довести до ума этот спектакль. Да? Я прекрасно знаю, почему зрители плакали в финале. И все это прекрасно знаю. И я отдаю себе отчет, чего мне это стоило. И в момент, когда я отдаю себе отчет, чего мне это стоило, а стоило мне это пшик, я понимаю, что это нехорошо, и это неправильно, и это не мое. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».